Простите, это почта? Или военторг? Ай, заблудились, девочки? Где здесь продеваются нитки? Какие нитки? Ну, это ведь летающая швейная машинка. Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете? Это не очень хорошо, Лешка, встречаете, что это не понял. Я могу идти, как-то плохо, ребята. Шутка! Ну, а теперь о серьезном. Добрый вечер, дорогие пассажиры. Здравствуйте, горячие сердца. В паспорта заглядывать не будем. Молодости нас и нет конца. Спасибо нас, ребята, пилоты сидят там. Вас приветствует командир корабля, пилот первого класса, подкрылкин Юге. Вы все находитесь на борту отечественного, новейшего истребителя-бомбардировщика таранного типа ВЦИК-9. Созданный в КБ имени Сухонькова, главный конструктор прикрепленный. Вы спросите, почему ВЦИК? Потому что 9 стюардесс наказывал пассатыра. Небольшая инструкция. ВЦИК-9 имеет очень необычное очертание. На первый взгляд он слегка напоминает асфальтовый каток или бульдозер. Действительно, в носовой части имеется нос от бульдозера, благодаря которому он, так сказать, расчищает снег и мусор взлетно-посадочной полосы при взлете, а также самолеты противника при посадке. Необычной геометрией крыла и фюзеляжа. Нас ВЦИК обязан слесарю дяди Васи и его кувалды. Дорогие пассажиры, в самолете вам будут предоставлены сосательные средства. Сосательные леденцы, карамельки и сахматы. Соси. Соси. А! Из отчетного числа соси колес. Пилоты любовно прозвали ВЦИК-9. Самолетом на 12 колесах. Разбег всего 100 метров. После чего ВЦИК-9 резко подпрыгивает от бетонной дорожки на 40 метров. Этими за колесами он может, так сказать, и затоптать противника прямо в воздухе. В условиях отсутствия взлетной полосы предусмотрен вертикальный взлет. При этом ВЦИК-9 нужно поставить вертикально при помощи домкрата. Уже набрав высоту и, так сказать, ходя в вираж, ВЦИК-9 издает довольно-таки смешные звуки, типа... Спасибо. ВЦИК-9 может незаметно подлетать, так сказать, к вражеским машинам и пользоваться дозаправкой прямо из вражеского бензобака. Обычно ВЦИК потребляет не очень много горючего, но налетавшись за день, он может, дорогие друзья, сожрать и всю недельную норму. На случай, дорогие пассажиры, если соси, не откроется, днище ВЦИКа смазано авиационным вазелином. 4 надувных разноцветных трапа превращают аварийную эвакуацию народа в, так сказать, в шумный праздник аттракцион. В ремкомплекте ВЦИКа есть все необходимое. Домкрат, багор, запасное крыло, свечи зажигания, набор напильников, шахматы. В случае аварии предусмотрено катапультирование всех частей самолета в стороны, так сказать, от пилота. Пилот остается на месте, дорогие друзья, ему катапультироваться не надо. В случае приземления на воду ВЦИК начинает энергично грести крыльями. Кабина пилота оснащена маленькой форточкой, из которой он может вести пистолетный прицельный огонь. Куб
упал, оснащен задвижкой вагонного типа, типа занято, свободно. В мирное время, дорогие пассажиры, самолет может использоваться, так сказать, для перевозки авиабомб, крылатых ракет, других сельскохозяйственных грузов и вас, дорогие друзья. Так что, ёханый бабай, летите и не свистите.